Почему таите? Что привело тебя сюда? Захотелось приключений. Какой красавчик. Каково это идти на яхте в полном одиночестве? Тебя либо мучает бессонница, либо морская болезнь, а потом появляются галлюцинации. Тогда зачем это все? Ради ощущения, которые невозможно описать. Есть только ты и бескрайний горизонт. Собираетесь пройти на яхте до самой Калифорнии? Что скажешь? Думаю, 4000 миль — полное безумие. Без тебя я никуда не поплыву. Сделаем это вместе. Счастливого пути, голубки! Ураган Реймонд неожиданно поменял направление. Уровень опасности повысился до 5-й категории. Все нормально. Я люблю тебя! Держись! Ричард! Ричард! Все будет хорошо. Я о тебе позабочусь. Мы в тысячах миль от суши. Самолеты здесь не летают. Радиус поиска почти 1500 квадратных миль. Иголка в бескрайнем стоге сена. Ответьте кто-нибудь! Спасите! У меня сломаны ребра. Не могу пошевелиться. Я обуза для тебя. Надо взять курс на Гавайи. Это как стрелять по движущейся мишени с 2000 миль. Если промахнешься... Нам не спастись. Я не смогу. Ты сможешь все, что захочешь. Я избороздил полмира, чтобы встретиться с тобой. Мы спасемся. Во власти стихии.